прокомментировать итоги встречи, что не получилось? Есть ли какой-то переломный момент, после которого все посыпалось? Да нечего говорить, по сути. Счет на табло 2-8. Не знаю, что сказать, но вот не получилось сегодня, игра у нас не пошло. Второй период опять провалили, пропустили 3 шайбы, и вот и результат. Как исправлять ситуацию? Завтра будем разбирать игру, пересматривать ошибки свои, голы. Подготовимся к матчу и будем стараться взять реванш. Спасибо, удачи во втором матче.